Всем приветик, с вами Алена. Простите за начало. Ну так вот, продолжаем наш марафон. И это фанфик Данганрон по 99 Sweet Girls из Despair. Уже 99-й часть. Уже будет, потом будет юбилейная сотая часть. Это переводится как сладкие девочки в отчаянии. Я попыталась перевести. Или девочки в сладком отчаянии. Переводите, пожалуйста. Так. Включены веселые лесные друзья. Мой маленький пони. Элисатрон. Не знаю, что это такое. Данганрон. Сплатун. Парапаза рэпер. Геншин Импакт. Куки Ран. Варио. CMG4 кроссовер. Создатель. Я читаю Данганрон по 69. И еще поменяю то, что она Минди. Вот здесь планируется битий. И кажется, она фанатка Парапы. Так вот. Мы будем читать пролог и повседневную жизнь плюс труп. Дочитаем. Пролог. Мы милые, когда в отчаянии. Ах. Темнота. Единственное, что я могла видеть, кто-то проснуться, что это за место. Подумала девушка, единственное, что я могла вспомнить, это то, что я зовут Розалида. Первый раз слышу. И она абсолютный правитель галактикой, страдой. Страдый талант, но это все Розалида помнила, та уже собиралась взять свои палочки и подозвать Люмо, как вдруг заметила, что Розил. Где моя палочка и где Люмо? Это что, удар против сил зла? В этот момент страх начал охватывать Розалиду. Палочка всегда была с ней в трудный момент, а теперь ни её лучшего друга не было рядом. Розалина. А, не буду говорить это именно. Где я? Что, черт возьми, происходит? Та сильная паниковала, но скорее решив собраться быстро, она начала приглашать этому месту. Парты, стулья, это было похоже на класс. Это что? Это что, она проснулась как Макота? Но тут окна были плотно закрыты железными винтами. Да, это и есть Макота да Еги. Макота да Еги! Макота да Еги! Она что, повторила судьбу Макота да Еги? Почему я в клаше? Ну ладно, надо выбираться отсюда. Тавс. Встала и вышла из класса. Тут все было как дружелюбно, как в обычных школах. Мрачные цвета наводили тоску и немного страха. Винты на окна заставили чувствовать себя некомфортно. Посмотрев на это, Розалина двинулась дальше и столкнулась с какой-то девушкой с рыжими волосами. Может, это Лэми? Так как было про... Погружена в свои мысли, не заметила ее, надарились друг друга и упали. Ох, прости меня. Девочка с рыжими волосами стала, подняла руку, Розалида взялась за руку и встала. Спасибо. Нет проблем. Кстати, как тебя зовут? Меня зовут Мэгги. Это Мэгги, а я думала Лэми. Ну, Мэгги и Лэми похожи. А какой твой талант? Я Розалида, абсолютно правительница галактики. Ты правишь галактикой? Ну да. Что за М? Обалдеть. Я абсолютный стрелок. Кто это такая? Но по сравнению с твоими, мой талант просто ерунда. А, чтобы запоминать имя, первую букву сделаю. Не говори так. Стрелок это тоже прекрасно, я, к примеру, никаких не смогла научиться нормально стрелять. Хэк, спасибо, я так поняла, ты тоже понятия не имеешь, где мы находимся. Ага, без понятия. Пошли исследуем это место, в любом случае нам деться некуда.
Хорошо. Маги Розилида пошли исследовать это место. Первый делал обойти забитую столовую и решили зайти туда. Зайдя внутрь, они увидели двух людей, похожих на овечку и голубую кошку. Кэти Кэт! Лэмми! Те о чём-то говорили. Да, говорю я тебе, мы тут не в ловушке. В ловушке. Это, наверное, какой-то сюрприз для с тобой. Ну да. Ну да, да, сюда затащили стрелы половину памяти. Прекрасный сюрприз. Привет. Ася, красно-оранжевая овечка, повернулась к Розалине. Это за Лэмми! Я как сразу не догадалась. Это Лэмми. И красно-оранжевая. Но она точно оранжевая, а не красно-оранжевая. У нее красные волосы. Приветик, я Лэмми. Лэмми, я была права! Абсолютно рок-звезда. Ну, из по гитаре, да, абсолютно гитаристка, а не абсолютная рок-звезда. И мне показалось, что я сказал не рок-звезда, а поп-звезда. Ого, это довольно круто. Спасибо. Кстати, это моя подруга Китти Кэт. Кэти Кэт! Она абсолютный музыкант. А теперь в нашей вселенной будет три музыканта. И Буки Бьёда, Белу и Кэти Кэт. И, кстати, мы играем в дуэте. А как же Басад? А тут я захотел. Приветствую вас. А как вас зовут? Девушки представились и скорее пошли исследовать дальше. Розалида и Бекки решили зайти в какой-то класс и увидели девушек с темной кожей. Я не знаю, какие ассоциации, которые всеми силами пытаются отвергнуть болты голыми руками. Ну же! Прошу прощения, что отвлекаю. Но что вы делаете? Я пытаюсь открыть это окно. Это похоже на бесполезно. Какая залость. А можно узнать ваше имя? Конечно, я Амира. А Марина, абсолютно телеведущая. Какие-то странные персонажи. Розалида, Меган, Марина. Ну вы скажете, из какого они мульта? А как вас зовут? Я Розалида, абсолютный правитель галактики. Потрясающе, а бы вы хотели взять у вас интервью? Только вы ни камеры, ни человека, ни с нами не взялась. Любому случаю рада ЭЗД. Марина не успела договорить, как ее обняла Мэгги, сразу же выскрылась. Теперь 10. Я так рада встретить вас, я обожаю ваше шоу, особенно мне понравился минутка моды, зале, только когда было в одном эфире. Я рада это слышать, кстати, как тебя зовут? Ох, забыла представиться, я Мэгги, абсолютный стрелок. Девушка пустила ее улыбнулась, Марина улыбнулась ее в ответ, и пох... помахала руки на прощание. Те шли дальше в поисках новых знакомств и возможно до выхода. Кстати, а что за телешоу? Никогда ни о нем не слышала. По вселенную телевидения. Это шоу показывает только у нас. Так что в этом нет ничего страшного. Но вообще-то... популярное шоу удастся там рассказывать новости и что-то в этом духе. Ого, я бы посмотрела. Эти двое пошли дальше, увидели в коридоре двух девушек. Обе были с гитарой. Опять Лэмми! Да сколько можно уже? Она что, помешана на Лэмми? Я думаю, не с нас стоит устроить что-то вроде концерта. А. Звучит круто. Я не против, кстати, вдруг девушка повернулась к нашим карьерам. Вдруг. Да, это было написано друг. Вдруг пишется Дерис Ванис, а не без. Вдруг, о, вспомнил Дизебайда. О, привет, как вас зовут? Я Розалида, это Бэгги. Бэгги помахала рукой. Крутое имя, я Сиянь.
этой скетчи, да. Я абсолютно представитель рок-культуры Ли Юэ. Это кто-то? Ну, можно абсолютно гитаристка. А, это самая Сидьянь получила титул абсолютно гитаристкой, а Лэми нет. Так гораздо проще, а то язык заплетается. Я тоже представляюсь, я Парфе Куки, абсолютно поп-звезда. А теперь до звезды рок и поп. Приятно познакомиться. Майки и Розалина пошли дальше, но далеко они не ушли, ведь вдруг громкоговоритель заговорили, и они услышали. Так, раз, два, поверка, всем ученикам пойти в спортивный зал. Ждем вас там. Монокуба? Странно. Ну что, идем? Окей. Аудит отправляет в спортзал, и вскорее они пошли к большими, да, от которого было написано спортзал. С большими дверями. И чего не оставалось, кроме как войти, открыли дверь, и они увидели других людей, как Кауи, знакомых так и нет. Как и? Что это за ошибки? То вдруг без В, то вот это какуи. Как и знакомых, так и нет. О, Лэми! О, а вот и вы, ребята! И снова здравствуйте, Лэми и Кэти. К Розалине подошла девушка в этом платье. В каком платье? Приветик! Я Дейзи, абсолютно принцесса. Ой, я думала Дейзи с Вова Вовзи. И в желтом платье, а даже и с Марио. И по совместительству принцесса. Абсолютно принцесса, и по совместительству принцесса. Во, что это за ошибки? Меня зовут 5 вольт. Я абсолютная мать. Вы, над которым по 69 был абсолютный отец, а тут абсолютная мать. Я Мона, у меня много талантов, но я называю себя абсолютным журналистом. Какие-то новости. Я Аля Шабак, абсолютный видеоблогерша. Я веду свой леди-блог. Леди-баг? Я Флаки. Да и повар. Разве Флаки повар? Это только Петунья повар. Я Губета. Свой талант я не помню, простите. Новая Рантару Аунами. Или Ханжи Вихината. Я Ми, абсолютный мастер техники Чеди Лидга. Пред Миу и Руба. Даже имя похоже. Я Ой Асхахида. Абсолютный плавить. Почему она? Я Лин, абсолютный растяниевод. Я Рейнбоу Дэс, абсолютный облачный гонщик. Я, конечно, рада, что вы все познакомились, но затем вообще нас тут собрали, чтобы повести в ученики, конечно. Что за? Лина не успел договорить, как друг... Как опять друг, вдруг без В, свет погас, и остановился стед, на котором через несколько секунд появился черно-белый медвежонок. О, это Монокуба! Я ожидала то, что это Монокуба! Приветствую вас, дорогие ученики, я Монокуба, или же просто Мономишка, я директор этой школы. Рейнбру, директор школы, а какая это плюшевая игрушка? Бред. Молчать! Это не просто школа. Это не просто школа. Опять. И вы тут не будете учиться 9 месяцев, как беременность. Вы будете тут учиться всю жизнь. Всю жизнь? Но не подумайте, что вы будете отшиваться и вся время учиться в небе. В коем случае будете в одной игре. Что за игра?
она будет веселой и интересной. Убийственная игра. Ух ты, как. Погоди, что? Ты же услышала, что ли? Тебя надо прочистить уши. И в чем прикол правила, как называемой игры? Она представляет просто убей или будь убитым. Все были очень напуганы и удивлены, зачем и убивать, как кто из них. Кстати, так как тут реклама, а текст делать тут. И в чем смысл убивать друг друга? В том, чтобы выбраться на свободу. А что, если никто не будет убивать? На этом случае у нас есть мотив. Расскажу вам его завтра. Пока. Что я давны монопады с правилами. Как вот этот рот по... Вот три. Монокуба достал коробку с планшетами черно-белого цвета. Затем Монокуба пропал. Им ничего не оставалось, как пойти взять монопад. Там свежаться надписи с правилами. Правило. Первое. Вечером в 9 часов будете объявлять. После этого объявления все должны все в комнате. У всех да есть 5 минут. Те, кто не зашел, тот будет наказан. Утром все должны стать объявление. Хотя, если вы просишь, то наказания не будет. Убить можно от одного до третьего человека. Больше никому не... В коем случае нельзя. Выход может не искать. Он очень хорошо закреплен. Так что открыть эту дверь не получится. Какую дверь? У вас в водопадах есть карта первого этажа. Если захотите, следуйте ей. Хорошей вам учебы. Розалида прочитала эти правила несколько раз, чтобы они отпечатали ее в доску. Посмотрела на других, удивила в их глазах и... Странное напряжение. Розали, предлагаю завтра исследовать школу как следует, а пока давайте пойдем перекусим. Я согласна. Короче, все согласились. Все пошли в столовую, они пришли и пили чай. Только Леви не пила чай. Она пила... Что-то по-вавзиски, только что-то на тему урока и разговаривали, как вдруг услышали объявление. Где выходили ученики уже 8:00. Собирайся, милая, мы едем в Краснодар. А нет, всем пора спать. Прошу пойти к себе в комнату. А разве это не утро? Все пошли к своим комнатам, пожелав спокойной ночи, зайдя к себе, та легла спать. Опять какие-то приключения. Что ж, никто не будет убивать друг друга. Веда, она заснула. Но что будет дальше? Осталось 70 учеников. Конец пророка. 70 учеников. 70 учеников! Ничего не понимаю. В некоторых у океанских... Рон, всего 16 учеников. У Данганронпа надо сначала 15, потом 16 учеников. У некоторых Рон, например, Данганронпа Reload Kill, вообще много учеников. И нельзя посчитать. И глав тоже улетится. Но тут 17, это была какая-то ошибка. Их 16, так, посчитаю. Розалина первая. Мэгги вторая. Лэмми третья. Кэти четвертая. Марина пятая. Синьянь шестая, Парфе Куки восьмая. Это я правда говорю? Это из что я маме говорю? Наверное, я знаю. Или седьмая? Седьмая.
Я забываю. Восьмая. Восьмая. А ты слышала? Да. Что? Ты же сам говорила, какая-то функция восьмая. А что, было до этого считая? А, это первая. Будет сложно читать. Розалида первая. Мэгги вторая. Лэмми третья. Кэти четвертая. Марина пятая. Марина пятая. Сидять шестая. Парфект. Куки седьмая. 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 Дейзи восьмая. 5 вольт. Девятая. Мона десятая. Аля Шамак 11. Фелаки 12. Гумбет 15. 13-я, Мия 14-я, Аойс Асахида 15-я, Лина 16-я, Рэнбоу Дэш 17-я. Первый раз такую функцию в ронпе вижу. Ну, типа, я посчитала. Если есть ошибки, допишите. А я ничего не погибаю. Сколько там глав вообще в этой ронпе было? Сейчас. Я проверяю телефон с глюками. Наверное, я это все конец, потому что я забыла. Люки! Как? Пролог прочитала. Теперь вперед. Ошибка, которую мы случайно совершили. Поседая жизнь плюс труп, а потом конец. Дин, Дон, Бинг, Бом. Проснулись и пойдете уже 7 часов утра. Какая-то странная дорога. Экран после этих слов мгновенно включается, и Розалида проснулась. Ах! Она встала и пошла к своей двери, и вдруг встретили Мусеша и другие. И других. А Мусеша не было. Доброе утро. Мы тебя уже заждались. А какой титул у Мусеши? Она забыла помянуть Мусешу. Заждались? Да, мы собираемся на утреннюю зарядку, уже дожидались вперед. Разлина пошла с ними и по дороге в спортзал спросила у Мэгги. Сколько вы стали? Вы 6:30. Какая-то страдая родба, судя по числам. В 6:30 вы с ума сошли? Все пришли в спортзал и начали зарядку. Через 20 минут. Какая-то это добрая родба. Итак, все 10 отжимания, и раз, и два. Она, наверное, там в этой школе учительница. И, кстати, я заметила, в этой ротпе нету ни одного парня. Наверное, это какая-то эксклюзивная ротпа. Особенная ротпа, где нету ни одного парня. Наверное, в 98-й не было ни одной девушки. Я, кстати, замышляю. Эх, их занятия подходили к концу, но почти все уже вдохновились от этих выход, хились от этих занятий, хотя некоторые спокойнее отжимались. Например, Мэгги, ей было нормально. Итак, все молодцы, теперь все в столовую. Ух, ух, у меня все болит. Почти все кое-как встали, и всех более конечности, все, например, сторону, а маме,
Амай Одаяка? Какая еще Бай Одаяка? Это что за личи? И Флаки отправились в кухню, а остальные сели за стол. А! Они же не представились. Или она забыла список своих персонажей. Боже, у меня все руки чертовски болят. Это значит, что твой организм становится сильнее. Лично мне нормально, а право чувствует на себя сильнее. Вот, правильно настрой. Ну да, ну да. Пока все обсуждали, у кого что болит, к ним Флаги подносит 70 кексами. Ух, кто повар? Я. А я помогала ей. Выглядит аппетитно. Я приготовила все по кексику и надеюсь, вам понравится. Вам понравится. Она даже трясется. Жертва недолго думала, взяла себе кексик, что сделала, и другие все сели и начали есть. А я думаю, сели в кексики. Флаги, твои кексы просто ничто. Полностью солидарно. Я бы сказала, и просто потрясные. Мне очень нравится. Это потрясающе. Спасибо вам. Итак, вы все помните, что мы хотели сегодня сделать? Мы хотели пойти исследовать это место, так? Все верно. Я предлагаю разбиться на группы по 50-70 человек. Я согласна. Итак, в первой группе будет Бекки, Лэби, Лида и Барида и Дёба. Второй будет Байя, Ву, 5 вольт, Рейнбоу, Мусяша, Флаги. В третьей группе будет Сайори. Что за? Что это за новые ученики? Когда они добавились? Или она забыла учеников и добавила новый? Кэрол, Дейзи, Синья, Парфе. Да это что такое? Все согласились и пошли исследовать. Розалида шла впереди всех, остальные шли за ней. Она слышала, как Бекки без установки говорит с Маридой. Розалида зашла в один глаз и заметила странный прибор, похожий на автомат с жвачкой. Только вместо жвачки там были капсулы. Я помню такие автоматы. «Хей, идите сюда!» Все побежали к ней. «Что ты дошла?» «Посмотрите на этот аппарат». Все посмотрели туда. «Похоже на аппарат с капсулами». «Все верно!» Марина испугалась от резкого появления бодокубы и чуть не упала. «А, боже, да, не появляется как так резко!» «Если бы в таким... Я так не появлялся, то и интереса не было. А зачем нам этот автомат? У вас разве разная валюта в каждой из них вселенных? Так что тут вас объедают одно валюта бодокоины». «Бодокоины? Да и раз уж первые нашли мой автомат с призами... И в этот свободный такой времени я дам вам по бодокоину. Их вы можете потратить в автомат и выиграть приз». Бодокуба достал 5 золотых монеток с лицом и отдал нашей компании. О, спасибо. Кстати, они разбросаны по школе, так что вы сможете их найти. Странно, но я их не встретила. Ты просто плохо смотришь. А теперь аревуар. Аревуар. Тот снова пропал. И кто попробует потратить монетку? Давайте я хочу попробовать что-то выиграть. Как скажешь. Бекки пошла к автомату и вставила монетку. Потом скрутила руку и получила капсулу. Открыла ее и увидела... парные браслеты. О, поздравляем. Ух ты, я тоже попробую выиграть гитару. Я тоже попробую, пожалуй.
Я, пожалуй, пока не буду, пойду посмотрю, как там поиски у других. Разглядывавшись сказа и пошла искать других, хотя по коридору она увидела Моду с другими игроками. И Грофа пошла к ней и увидела Мию, которая ломалась в железную решетку, а Надежда сломает ее. Майя, это плохая идея, прошу прекрати. Майя, а там Мия. Не волнуйся, на этот раз точно получится. Та равнулась к решетке к всеми своим телом, давались до ней, ничего не вышло, это было ожидаемо, Майя потерла голову. Ау! А я тебя о чем говорила? Розалина вернулась в своей группе через какое-то время, они все пришли обратно в столовую. Итак, кто что дошел? Мы нашли страдую решетку. Мы пытались ее открыть, но безуспешно. Мы нашли сауну. Неплохо. Пока ты те разговаривай, раздался оповещение. Внимание, все, прошу всех пройти в компьютерный зал. Все пошли в компьютерный зал, приняли туда, они увидели много компьютеров. Пожалуйста, садитесь на свои места и оденьте наушники. Все сели и увидели видео Розалина, увидели своих друзей, они улыбались, там было Марию, принцесса Пич и Лимо. Розалина, это принцесса из Марио? Ох, это же мои друзья. И Любо, он в порядке. Они говорили ей много всего хорошего. Розалина смотрела и улыбалась. Все было бы хорошо, если бы видео резко не остановилось, ловно зависло, и вдруг... Что за? Они были то мертвы, жестко убиты. О, это же как у Макото Даеги. Розалина на Макото Даеги. У него было похожее видео. Только вместо его друзей была его семья. Что? Да, в глазах стали проступать слезы, страх и ужас. Та быстро сняла наушники, посмотрела на других. Она увидела их страх и ужас. Особенно это было заметно по Мэгги и Лэби. У них что, был такой же ролик? У Лэби был такой же ролик? Как и у Макото Даеги. Вместо ее в семье... А, вот. Мэгги молчала, прикрыла рот рукой и рыдала, но без... Вот сюда. Лэби просто смотрел, да, это плача от ужаса. Розалина решила уходить отсюда, но тут же увидела, как убегает Лэби. Вся в слезах. Первая умрет Лэби! Я не хочу тут больше оставаться. Лэми, вернись. След за ней побежала Кэрол. Розалина посмотрела на Мэгги. Она все еще плакала. Розалина подошла к ней и обняла. Я знаю, как это ужасно. Мне правда очень жаль. Мэгги на следующий год ответила. Да, просто молчала. Вдруг она тоже обняла Розалину в ответ. Я думаю, что хотя бы они будут в порядке, но хдык. Или первой Мэгги умрет. Не переживай, все будет хорошо, никто не будет убивать. Эти двое вышли из зала, Мэгги все еще немного плакала, а Розалина утешала, но... Но пошли в столовую, увидели Мариду, как можно было ожидать от плака, Мэгги побежала к ней. Марина, ты в порядке? Марина молчит. Таня ответила из-за школы и ужаса, или Марина умрет. Мэгги подошла к ней и обняла Марину, немного вздрогнула, а потом улыбнулась. Все будет хорошо, слышишь, все будет хорошо, надеюсь. Мэгги села рядом с Мариной и начала беседовать с ней о том,
о нее всем, Розалина улыбнулась в какой-то степани, они чувствовали гордость за нее, скорее не она увидела Кэти и Лэми, все-таки Кэти, а не Кити. Те двое просто бессовестие давали, Розалина решила, что хочет с кем-то провести немного с времени, с кем бы она хотела пойти. С Кэрол, с Мусешей, с Лэми. Она выбрала Мусешу. Хей, Мусеша, хочешь немного побеседовать или что-то в этом духе? Почему бы и нет? Я не против. Эти двое просто гуляли по школе, потому что не знали, куда идти. Можно узнать побольше о твоей жизни. Я живу в городе Парапатаун и тренирую юных солдат. Я же это знаю! Сейчас скипаем ее. А ты тренер военных? Нет, я тренер в спортивном лагере. Второй части Парапы, это я походил на спортивный лагерь, а сами знаете, какой лагерь. Но мне нравятся тренировки. Все в моей семье были тренеры. Моя сестра учитель вождения. Да я помню ее. Именно благодаря ей я начала любить тренировки и тренировать других. О, ты довольно оптимистичен для такой ситуации. Да, и просто я хочу помочь людям здесь стать сильнее, чтобы они, если могли постоять за себя, если кто-то захочет их убить. Ого, интересно, теперь понятно, почему ты будешь всех такую рань. Все верно. Вы хотите дать Мусеше какой-то нибудь подарок? Да, нет. Да, почему такие выборы? Могла бы Лэби. Розалина начала рыться у себя в кармане. Достала небольшой брелок с роликами. Роликовыми коньками и потянула его Мусеше. Это тебе. Вау! Это просто прекрасно. Спасибо тебе большое. А что это за воспитание? Лэми говорит, ух ты, Мусеша, вау. Вавзи тоже говорит, вау. Но Лэми почему-то говорит, ух ты. Наверное, она дружит с Вавзи или как-то наоборот. Мусеша улыбнулась и слегла потрепала Розалину по голове, спрятав брелок в карман. Нет проблем. Раз уж да, то пошло дело, то у меня для тебя тоже есть подарок. Вот это осталось в карман штанов. А, у нее штаны. Небольшую брошку в форме звездочки. Взять его? Да? Нет? Да! Почему именно эти вопросы? Она что, любит Мусешу? Ох, это выглядит как красиво. Спасибо, после того, как мне рассказали про автомат с подарками, я тоже решила испытать удачу и получить эту брошку. Я хотела найти нужное время для того, чтобы отдать ее тебе. Как это мило. Вы немного времени Мусеше, ваши отношения улучшаются. Розалина помахала рукой на прощание Мусеше и пошла в библиотеку. Там она встретила Мэгги и Марину. Привет. О, Розалина, я тебя... Я рада тебя видеть. Приветствую тебя. О, а это что-то у тебя за брошь? А это мне ее это ее подарила Мусеша. Как мило. Ага. Розалина разговаривала с ними, как вдруг услышала какие-то окликнули. Хей, Розалина! Она обернулась и увидела Сидьянь и Парфе Куки. Мы с Парфе пойдем репетировать в спортзал. Если что-то нужно, то мы там... Мы просто хотели ее предупредить. Прошло некоторое время, и Розалина почувствовала усталость и решила лечь спать. Прощание попрощалась с другими, она пошла спать.
все будет хорошо, никто же не станет убивать. Я уверена в этом. С этими мыслями разлетела, погрызулась от театр Бадакубы. Любите ли вы играть? Я люблю в них. В них всего интересно, можно разрешать цивилизацию, заводить друзей, убивать людей. А да, из моих любимых это Яндер-симулятор. Ох, сколько там вариантов убийств. Как и в Данганронпе. Ну, если это поминалось про любимым, но если я была Бадакубой, то я сказала то, что моя любимая игра это Данганронпа. Данганронпа. Вместо театра Бадакубы будет театр Виз. Театр Виз Бадакубы, потому что там я. На следующее утро. Новое утро. Розалинда проснулась от этого, что ей опять ситуация в комнате. Открыв дверь, она встретила Бусешу и ее других... И еще других. Дайте угадаю, зевок, я опять опоздала. Мне кажется, я выключила камеру. А, вот. Как раз таки нет. И ты вовремя, и мне даже долго стучать не пришлось. Ну, а ну ясно. Не зря, значит, вчера легла спать пораньше. Собравшись со своими... Со всеми они пошли в спортзал на зарядку. После зарядки Розалинда пошла в столовую и села на стол рядом с Мэгги. Слушай, Мэгги, вот у меня все конечности болит. А ты нормально? Как так? Просто я люблю тренировки. Для меня это просто. Для меня это просто. Ясенько, как спы. Ах! Раздался крик, Розалинда побежала на кухню, где находилась Абай, последив за тем, куда она смотрела, Розалинда подошла поближе. Это была ошибкой. Ах, Розалинда закричала от ужаса. Она чувствовала лишь одно отчаяние. Отчаяние от без дыхания тела Моны у затой ранах в животе. Осталось 15 учеников. В смысле 15 учеников? Пон. А это что, Мона умерла? Ну а кто убил Мону, мы узнаем в следующей серии.